Для хранения шашки подошел тубус, который покупался в рыболовном магазине. Примерная его стоимость была 800 рублей. Внутри жесткий каркас обшит тканью. Идеально защита от влаги. Закрывается на молнию. Отдельно на тубус приклеил ткань с резинками и прошил. На крышке, которая накрывает шашку, добавил пены. Также сделал вырез под яблоко шашки для лучшей фиксации. Такой же вырез снизу тубуса. В наборе у меня масленка, промасленная и чистая тряпка, темляк, шкурки разной зернистости, оселок для доведения режущей кромки шашки. Оселок должен быть максимально мелкого зерна. В масленку я заливаю ВД-40 с небольшим добавлением двухтактного масла. Темляк для безопасности из простого шнурка. Шкурки для устранения ржавчины. Или же после рубки для устранения остатков на клинке. У меня шашечный подвес из достаточно толстой кожи, но при грамотном складывании все помещается. Благодаря фиксации внутри тубуса сверху и снизу шашка не шатается при транспортировке. Всем спасибо за внимание!